Юлию Проскорякову возненавидели фанаты Наташи Королевой. Супруга Игоря Николаева рассказала журналистам, что некоторые фанаты до сих пор не воспринимают ее как законную жену мэтра. Поклонники Наташи Королевой пишут нелицеприятные вещи о Юлии в социальных сетях. Союз Игоря Николаева и Наташи Королевой распался много лет назад. Вскоре композитор женился на своей поклоннице Юлии Проскуряковой. Их брак длится уже 12 лет. 2 года назад возлюбленная мэтра родила ему дочь Нику. Несмотря на всю идиллию семейной жизни, нынешняя супруга пожаловалась, что некоторые фанаты дуэта «Дельфин и русалка» до сих пор не могут смириться с нынешней женой Игоря Николаева. Проскурякова призналась, что ей очень повезло с супругом. В течение 10 лет возлюбленные пытались завести малыша, и только 2 года назад Юлия родила дочку Нику. Для Игоря Николаева девочка стала вторым ребенком. Композитор неоднократно признавался, что счастлив снова стать папой. Также семейная пара продолжает совместное творчество. И у нас планируются совместные дуэты и концерты с моим супругом Игорем Николаевым. Недавно вышел видеоклип на дуэтную песню «Я мать», которую мы записали с Еленой Есениной. Песня стала очень популярной в интернете и по всей стране. На нее делались флешмобы, подчеркнула Юлия. По словам Юлии, в отношениях с супругом у них нет ревности. Во-первых, я считаю, что если твой партнер смотрит на кого-то другого или у него есть к нему чувства любви и симпатии, то с помощью ревности ты все равно ничего не сможешь поправить. Во-вторых, мне кажется, что ревность унижает, отметила Проскурякова в интервью. Бытовые конфликты Юля и Игорь также быстро устраняют и спустя 12 лет брака научились понимать друг друга с полуслова.